А он сказал, пока не заплатишь, пользоваться не будешь. А грошы ад брашчанкі Вольгі патрабуе былы муж Юрый, з якім жанчына па рашэнні суда дзеліць агульную кватэру. Пару месяцаў таму мужчына купіў новенькую газавую пліту. Зараз на ёй вісіць ланцух і замок, каб ні Вольга, ні іх агульны сын Эдуард не карысталіся. Так мужчына патрабуе выплаты яму паловы затрачаных сродкаў на набыццё і ўстаноўку. Былая жонка кажа, грошай няма, ды і старая пліта яе задавальняла. Свае меркаванне Юрый выказваў па тэлефоне. Это моя собственность, моя, я её купил. А почему она мне не может отдать деньги? В этом году 30 лет плите. И что, она была нормальная? Или даже да, мне надо было, пока придет горгаз, напишет эту самую, или когда, не дай бог, взорвется эта плита. Она там и пропускала, и на, да, это самое, краны уже не держали, газ пропускала, и что с ней делать? Конечно, ее устраивало, ее все устраивает, лишь бы только ничего не покупать. Чеки мне не показывать вообще. Вот он купил, вот я говорю, чеки покажи, мне же надо знать, за что я платить буду. У него, наверное, нету чека, он мне показал, он мне дал листок бумаги, понаставил чеки какие-то, ну. А что он там? Я говорю, покажи мне чек хороший, который я могла сравнить с тем, с той. Он не показывает мне. У него нету чека. Вот, я так поняла. Ад кахання да нянавісці і сапраўды адзін крок. Узаемныя абвінавачванні, крыўды і скандалы паміж Вольгай і Юрыем пачаліся ў 2009 годзе, калі пара падала на развод. Жанчына гаворыць, тады ж яе сынам былы муж выгнаў на вуліцу. Я 7 месяцев судзілася з ім, вот. Потом я сюда прыйшла. Вроде бы нормально было, а потом у нас, конечно, былі скандалы. Мне не нравилось, що ми сюда з сыном селіліся. Он до сих пор не верит. Вольга кажа, надакушалі скандалы і запоі былога мужа. Юры з такой пастаноўкай пытання не згодны. Ей просто лечиться надо, а не жаловаться. Сама не живет и другим не дают. Сына зашугала, что непонятно ему 18 лет. Не скажешь, что ему 18 лет. Он слово тебе не может сказать. С ним не поговорить нельзя, ничего. Каб адстаяць свае правы і нармальна рыхтаваць сабе і сыну ежу, Вольга напісала заяву ў суд. У гэтай сітуацыі толькі ён можа расставіць усе кропкі над «і». В указанном вами случае имеет место быть самоуправство, но на данный момент административный материал находится в суде Московского района города Бреста, и правовую оценку будет давать уже, конечно, суд. Заявителю, а также лицу, в отношении которого было подано заявление, после решения суда они вправе будут в течение 10 дней обжаловать указанное решение в случае несогласия с ним. Тема бытавога гвалту, па словах Алены Шарко, для Брэста сёння вельмі актуальная. І замоўчваць падобныя факты нельга, трэба тэрмінова прымаць меры, кажа пракурор. Но а Вользе ў чаканні рашэння суда, як і раней, пакуль прыйдзецца гадаваць ежу ў суседкі на 6-м паверсе. Алекс Завацкі, Юрый Плінда, Раман Філютіш, тэлерадыёкампанія «Брэст».